наконец-то у меня дошли руки отснять тебе москвичок. Вот. Пройдусь по кругу сначала, покажу. Как мне рассказали, значит, реставраторы, которые мне его делали, что таких ровных москвичей, как у меня, с завода не делали, что они как бы все были немножко волной, с расходящимися зазорами, дверь одна криво, другая ровно. Говорит, что таких машин, как вот эта, с завода сойти не могло. Мордашку всю нашли новую с хранения. Новые фары, новая решетка в заводском хроме, новые бампера. Перехром отдавали, что-то по мелочи.